Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами рассмотрим асимметричную коллекцию украшений от Oriflame. Это у нас ожерелье, серьги, кольца и вот такая большая коробочка браслет-каф. Поехали! Новая коллекция украшений от Oriflame поддерживает актуальный сейчас тренд на текучий или мятый металл. Неидеальные контуры изделия создают эффект незавершенности. Мятые аксессуары освежают образ, придавая экспрессии и динамике даже самому строгому костюму. Дизайнеры называют такие украшения живыми. Такие металлические аксессуары смотрятся слегка футуристично, потому что на изгибах образуются блики и играет свет. И давайте же рассматривать каждое украшение отдельно, и начнем мы, конечно же, с ожерелья. Приходят все украшения в розовых картонных упаковках. С обратной стороны мы видим информацию про данный аксессуар, который вы заказали. И все украшения заклеены на индивидуальный скотч. Мы его сейчас скрываем и открываем коробочку, которая раскрывается, и мы видим значки, которые говорят нам о том, как ухаживать за данным изделием. С ним нельзя купаться, брызгать парфюмом, хранить надо в коробочке, и также нежелательно спать в изделии и ухаживать, протирая мягкой салфеткой. Внутри мы видим само украшение, завернутое в тонкую пленочку, и это украшение запечатано кружочком с брендом Oriflame бумажным. Давайте развернем и рассмотрим асимметричное ожерелье с пластинами. Выполнено оно из вот этого самого текучего или мятого металла, и длина ожерелья 46 сантиметров, плюс есть еще 6 сантиметров дополнительно. Тонкая серебристого цвета цепочка застегивается на карабин, и мы видим три пластины. И ожерелье гремучее. Вот оно, конечно, ляжет на груди и будет хорошо расположено, и, наверное, не будет греметь, но где-то в ночном клубе или на дискотеке, если вы будете активно танцевать, конечно, это будет погремушкой. Имейте это в виду. Но такие ожерелья с пластин, они всегда довольно звонкие. Давайте примерим, посмотрим, как оно будет выглядеть на груди. Довольно эффектное, действительно, такое футуристичное ожерелье, и как будто оно из будущего. Вы можете подчеркнуть свой современный взгляд на аксессуары, еще и дополнив этот набор сережками, которые позиционируются как серьги-кольца. Тоже приходят в такой же картонной упаковке. Давайте вскроем и посмотрим их. Асимметричные серьги, которые почему-то называются как серьги-кольца, ну да, в принципе, они выполнены в виде колец, которые внизу как будто бы вот украшены таким текучим металлом. Размер этих сережек 4,4 на 3,4 сантиметра, и в реальности они выглядят крупнее, чем в каталоге. Вот в каталоге почему-то они мне казались более мелкими. И у них такая сложная для меня застежка. Мне очень понравились серьги, они действительно достаточно эффектные, но я вот уже перед съемкой их пыталась примерить без помощи мужа. Я почему-то не могу эту застежку ни открыть, ни закрыть. Она достаточно сложная. Вот вы видите сейчас эту застежку крупно на экране, и если она вам подходит, если вы знаете, как с ней справляться, то, пожалуйста, рассматривайте эти серьги к покупке. Но вот мне очень сложно. Я сейчас при вас буду их надевать на себя. И даже не знаю, получится ли у меня на этот раз, потому что ее надо очень плотно прижимать. Сейчас. Вот, я смогла прижать, но нужно усилие ногтем. Если у вас ногти тонкие и хрупкие, то, конечно, им будет сложновато прижимать эту застежку. Может быть, со временем она разработается, но вот мне, конечно, было печально, когда я пыталась справиться с этими украшениями. Открыть я точно их не смогу, так и буду ходить теперь в этих сережках, пока мне кто-то не поможет. Так, со вторым я пытаюсь справиться, надо же два померить и... Вот, да. Все, я защелкнула. Как буду открывать, даже понятия не имею, но все ради вас. Смотрите, как это здорово смотрится. Выглядят они действительно как будто серьги из будущего. Вот этот текучий металл, какой-то вот прямо как из фантастических каких-то фильмов, когда образы будущего, вот они в таком вот в серебре, в каких-то серебристых комбинезонах и вот с подобными украшениями. Чего не хватает? Браслета кафа. Давайте рассмотрим его. Тоже он приходит в такой
такой же коробочке, только более крупной, потому что и сам браслет, он тоже достаточно крупный. Сейчас идет тренд на огромные браслеты, это очень высокая популярность у этого тренда. Главным правилом, которым нужно руководствоваться при выборе крупного браслета, является его максимальный объем, а также подчеркнутая лаконичность форм и простота линий, которую мы и находим в данном браслете. Кстати, располагать вот такие объемные браслеты сейчас можно совершенно в разных местах, где вам удобно, не только на запястье, а также и на плече, и даже модницы носят такие браслеты на ногах. При этом близится холодный сезон, и подобный браслет очень круто будет смотреться на водолазках, на верхней одежде, именно сверху. Надевайте смело, это сейчас очень модно и современно. И даже если у вас получится, подобные браслеты можно надевать на пальто. Размер у этого браслета, у данного, регулируется, и он очень здорово открывается и закрывается. Сзади есть пружинка, а впереди браслет сходится вот такими вот двумя сторонами. И сам размер браслета, ширина его 6 сантиметров. Главное правило данного тренда асимметричных аксессуаров в виде текучего мятого металла – это вычурность, неординарность и неформальность данных украшений. Именно поэтому у люксовых брендов Roberto Cavalli, Versace, Valentino и других модных кутюрье можно сейчас увидеть футуристические браслеты, кольца и серьги в виде мятого металла и вот таких вот огромных пластин. И теперь подобную коллекцию мы можем найти и в каталоге Oriflame. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под ним лайк, ну и конечно же подписывайтесь на наш канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame самыми первыми. Пока-пока!